Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. Вы меня не видите, но зато я могу вам кое-что показать на экране моего ноутбука. Давайте порисуем немножко и поразговариваем. Представьте себе, что вот это вот этот парень, вот этот парень, вот так вот я его нарисую. Вот этот парень, он сетевик. Молодой, начинающий дистрибьютор компании Ба-ба-ба. И он, этот парень, весь, просто весь нашпигован мыслями, идеями, планами, как он сейчас всех заткнет за пояс. Как он сейчас заработает денег, он носит гордое имя сетевик. Вот он, сетевик. И он сейчас предполагает преуспеть. Если он правильно воспитан, если он правильно все делает, если он научен, если он обучаемый, быстро учится, то у него действительно хороший шанс. Но если нет, если его мысли не совпадают с таким важным словом, которое звучит вот так, как истина, закон, правила, которые наработаны многолетней практикой, если он обходит эту истину по каким-то причинам, в разных сферах своей деятельности предстоящей, если он считает необязательным исполнять то, что говорится для нас, сетевиков, ну, например, в такой сфере, как человеческие взаимоотношения, если он игнорирует правило, которое звучит так: поступай по отношению к людям так, как хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. Не делай людям того, чего ты не хочешь получить от людей. Если он это игнорирует и совершает какие-то действия, какие-то поступки, обходя эту самую истину, то, уверяю вас, рано или поздно его ждет крах. Его ждет неудача, провал, поражение и неуспех. Все, точка. Мало ли чего это касается. Если ты обманываешь своих людей, неправильно. Если ты их обкрадываешь, нехорошо. Если ты занял деньги и не отдаешь, отвратительно, рано или поздно ты упадешь. Если ты не собираешься работать, а хочешь прокатиться за счет усилий других, неправильно, это не соответствует истине. Если ты долго возишься, не собираешься вкалывать, если ты рассчитываешь в мыслях своих проскочить так, на кондачка, на халяву, как говорят в народе, не успеешь, не получится. Если ты не хочешь учиться, если ты не посещаешь тренинги, если ты не игнорируешь то, что говорит тебе вышестоящий спонсор, если ты не используешь продукт, если ты не ходишь на презентации, если ты не набираешь людей, если ты не делаешь звонков, если ты ведешь себя неправильно, обходишь истину, значит, тебя ждет крах. Две главные вещи. Первое – это отношения, человеческие отношения. Если ты, как начинающий человек, по разным причинам почему-то допускаешь, что тебя, твои поступки не соответствуют истине, когда ты выстраиваешь отношения с людьми, тебя ждет поражение полное. Я помню, мне однажды это так мне сильно запало в голову, я на заре своей карьеры с одной женщиной, очень крутой, из Израиля, сетевик, крутая, она меня рассказала историю, которую я до сих пор помню, прошло уже, наверное, больше 10 лет. Она рассказала, что у них в Израиле какой-то парень построил крутой бизнес, достиг там сумасшедших вершин, большая организация, и вдруг, уважаемый такой парень, много денег зарабатывает, и вдруг вскрылось, что он с каждого, кто приходит в бизнес, каким-то там известным ему хитромудрым способом имел какую-то лишнюю копеечку. Он как-то там с самого начала в своей организации заложил какую-то систему обмана, которая давала ему дополнительный доход, незаконный.
Уже давно этот доход его не интересует. Он уже давно тяготился того, что он совершил когда-то. Но отступить было назад нельзя, и все это тянулось, и только ждало своего часа. И, наконец, все это раскрылось. И когда раскрылось, это была трагедия, катастрофа. Это было просто ужасно. Он вынужден был уйти, он вынужден был... Полностью потерял человек лицо, уехал и потерял бизнес, и все люди были жестоким образом разочарованы. Вот как надо действовать. Смотри, дорогой, вот, если твои мысли соответствуют истине, и красной нитью проходит через закон, через правила, и тогда ты начинаешь действовать, тебя ждет в обязательном победе, в результате ждет тебя победа. Тебя ждет победа, успех. Вот как надо действовать. Человеческие отношения важнейшие, 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 архиважная часть бизнеса. Неправильно выстроенные отношения с людьми, с нижестоящими, вышестоящими, с такими же, как ты, параллельными лидерами, партнерами, дистрибьюторами, и тебе кирдык. Все. Поэтому я очень серьезно вас настраиваю на то, чтобы ваши мысли пронизывались истиной, правильным поведением, и тогда вы победите. Есть такой второй путь, или вторая штуковина такая, которую нельзя обойти. Ну, скажем, технические вещи. Допустим, представим себе, что вот эта вот девушка Маша, вот такая вот с косичками, с тоненькой шейкой, ну, такая девочка Маша, тоже сетевик. В сетевом бизнесе много девушек. Девушки, они, я имею в виду женщин, они люди очень сильные. Ну, я не умею рисовать, вы меня простите. Простите. Вот такая девушка, вот такая вот она, крутая сумочка. И вот эта вот девушка, вот так вот. Да, вот эта вот девушка-сетевичка, она тоже новичок, и у нее полно мыслей. Она пришла преуспеть. Она умеет строить отношения с людьми, она порядочная, все. Но она не знает техники. И она не понимает, как работает сетевой бизнес, сетевой маркетинг. Она не знает, как работает. И она говорит, она не служит спонсором, она плохо обучаемая. Поэтому ее действия опять идут в обход истины. Вот истина. Они ее, эту истину, ее действия обходят. И двигается куда-то, фиг знает куда. И вот она говорит, ну что тут, тут все понятно. Вот продукт, вот он продукт. И вот я его продаю, вот я его продаю. Смотри, сколько клиентов. Боже, я работала на фабрике, зарабатывала копейки. А сейчас, смотри, ей спонсор говорит, слушай, ведь главное построить организацию, бизнес, чтобы этот бизнес приносил тебе доход, даже когда ты спишь, когда ты отдыхаешь, когда ты в Доминикане лежишь на пляже. Не мысли, не тяжкий труд, а мысли ход определяет твой доход. Ты должна думать головой. Тебе надо строить организацию, бизнес. А человек не служит. Вот клиент, говорит она, вот клиент. А клиент это деньги, это деньги. Вот клиент, говорит она, а это деньги, смотри, сколько я зарабатываю. И показывает мешок с деньгами. Я раньше зарабатывала на работе $200, а сейчас зарабатываю 820. И ты мне рассказываешь. И она набирает клиентов, она продает продукт, она с утра до ночи бегает, продает продукт, она бегает, продает продукт, она бегает, продает продукт, бегает и продает продукт, она зарабатывает какие-то деньги. Конечно же, вне всякого сомнения, молодец, спонсор говорит, с твоей энергией ты могла бы построить огромный бизнес. Зачем тебе это надо? Почему ты не слушаешься меня? Сетевой бизнес, он другой. Продукт надо продавать, но по-другому. Тебе надо построить организацию. Тебе надо действовать через истину. Смотри, как тебе надо действовать, говорит спонсор. Тебе мысли иметь надо правильные. И чтобы мысли твои пронизывали истину и строили бизнес. Смотри, как надо делать. Вот это ты. Тебе нужно набрать двух партнеров. И смотри, что они будут делать. Они будут набирать своих. А те своих,
А те своих, и это все твои люди, ты представь. И твоя группа может расти. И она будет расти со страшной скоростью, если ты будешь правильно вести себя изначально. Не так, как здесь ты сейчас продаешь, бегаешь продукт, зарабатываешь какие-то деньги. Если ты будешь действовать правильно, а правильно это А. Использовать продукт сама. Пользуешься продуктом, радуешься, восхищаешься, рассказываешь об этом своим людям. И говоришь им, ребята, главное строить бизнес. А те, кто не хочет строить бизнес, им продавай продукт. Им продавай продукт. Пусть они используют этот товарооборот. А главное, набирай людей. Набирай людей. Набирай новых дистрибьюторов. Набирай людей. И эти люди будут набирать других людей. А те других людей. А те других людей. А те других людей. И таким образом твоя организация будет расти. Она будет состоять из людей, которые не только покупают у тебя продукт, и ты имеешь бизнес один в одном. Продал, заработал, продал, заработал. Ты будешь иметь бизнес три в одном. Ты будешь иметь бизнес. Ты зарабатывать будешь от того, что твои партнеры будут использовать продукт. И с их дохода, с оборота ты будешь получать деньги. Ты будешь зарабатывать деньги с оборота за счет того, что люди твои продают продукт. Они делают товарооборот. И самое главное, твои люди набирают новых людей, которые что делают? А. Пользуются продуктом. Б. Продают продукт. В. Набирают новых людей. И тогда твоя организация будет расти и приносить тебе много денег. И тогда ты сможешь зарабатывать даже тогда, когда ты будешь лететь в самолете через Атлантику, отдыхать на месяц. И когда ты вернешься, твой доход станет больше. Ты будешь свободна, свободна, понимаешь, Маша? Это истина, истина, истина. Вот она главная истина. Истина состоит в том, что дистрибьютор сетевой компании набирает таких же, как и он, дистрибьюторов, которые, как и ты, используют продукт, как и ты, продают продукт тем, кто не хочет заниматься бизнесом, и как и ты, нацелена на поиск и включение в свою организацию все новых и новых и новых партнеров. И тогда твои люди будут повторять тебя, и твоя организация будет расти. Вот и все. Если ты этой истины не знаешь, ты можешь потратить годы и получать жалкие копейки по сравнению с тем, что ты могла бы получать здесь. Вывод. Вывод. Ты пришел в этот бизнес для того, чтобы преуспевать. Ты будешь преуспевать только тогда, когда ты будешь совершать действия, если действий не будешь совершать, то это не истина. Твои мысли, твои замыслы, твои идеи, твои планы, твои рассуждения должны быть пронизаны, должны соответствовать истине, закону, правилам, которые работают. И тогда только ты должен действовать. Если твои действия будут таковы, то тогда тебя ждет успех 100%. В противном случае, если ты будешь объезжать и действовать, тебя ждет, вот что тебя ждет в этом бизнесе, кирдык называется. По-английски это звучит. Кирдык. Выбирай, соответствовать истине или не соответствовать. Вести себя так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились люди по отношению к другим людям. Или игнорировать это правило. Выполнять то, что тебе рекомендуют спонсоры для того, чтобы иметь свободный бизнес с пассивным доходом. Или суетиться по-мелкому, рассчитывая найти крупного покупателя, крупную рыбу, бежать к каким-то руководителям предприятий, к депутатам, совершить какую-то огромную сделку. Нет, маленькие люди, такие же, как и мы, обыкновенные люди, из которых строится сначала маленькая организация, но эти маленькие люди начинают делать из этих маленьких людей такую же организацию, и твоя группа растет. И получается 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256, 300 и так далее, и так далее, и так далее, и до бесконечности, и ты преуспел. Успех соответствует истине. Чем истиннее твои действия, тем больше успеха. Я желаю вам удачи, всего вам доброго.